Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на родской земле старых друзей, новых друзей. Не буду томить вас долгими речами, оставлю свое красноречие на банкет, представлю слово и возоправление декана факультета Корякину Кириллу Ильичу. Дорогие друзья, ну я тоже на банкете, конечно, что-то хочу поговорить, поэтому тоже постараюсь тогда быть кратким, но совсем быть кратким не могу, потому что сегодня выступаю не только от своего имени, только что мне позвонил наш проректор, первый проректор университета, которая, к сожалению, для нее сегодня исполняет обязанности ректора, не может присутствовать на нашей встрече с вами, открытии конференции, но вот она тоже мне поручила обязательно выступить. Подозреваю, что я почему-то сегодня не приду на работу, видимо, и не буду в этом участвовать. Но в любом случае я здесь и от себя, и от ректората Южного федерального университета, но от всего нашего университета и факультета с огромным удовольствием приветствую всех участников нашей замечательной конференции. То, что конференция проходит уже в четвертый раз, это тоже здорово. Она постепенно становится традиционной, привычной. И мы очень надеемся, что она будет проходить и не только в четвертый, но когда-нибудь и в 44-й раз. Может быть, не все мы соберемся на это заседание, но я желаю, чтобы все к этому времени вам все равно сохранили и бодрость духа, и энтузиазм, и творческий запал. А, конечно, от имени факультета я очень рад приветствовать гостей, особенно тех, кто приехал из разных уголков России и даже из-за рубежа. Здорово, когда конференция является международной. Я всегда, конечно, чувствую волнение определенное, видя, что часть докладов в программе называются с использованием большого количества английских букв и слов. Но это же на самом деле здорово, ведь математика действительно интернациональная наука. И это очень-очень хорошо, что сегодня мы можем встретиться, пообщаться и, может быть, даже на иностранном языке что-нибудь с вами обсудить, услышать интересные доклады, сообщения. Я уверен, что конференция пройдет очень хорошо, что все мы останемся довольны ее результатами. Оргкомитет готовился, я знаю, они очень волновались. Хотя вроде бы уже четвертый раз, но все равно волнение всегда как в первый. Приедет, не приедет, встретим, не встретим. Получится, не получится, откроется, не откроется. Но вот я думаю, что сегодня мы уже можем понимать, что, по крайней мере, докладчики на открытие сегодняшнее приехали. Сегодняшнее заседание состоится успешно, а значит и вся конференция пройдет на хорошем высоком уровне, и я вам всем этого желаю. Я еще раз поздравляю всех нас с открытием конференции. Удачи, успехов, всего-всего самого-самого доброго.